Алло, мам! Ну где я не вижу? Вечно куда-нибудь спрячете, а мы потом ищем. Мам, напротив бани подсобка, а не кладовка. Ну чего вы не знаете разницу между подсобкой и кладовкой, что ли? Ладно, сейчас я посмотрю. Вот она удивится, когда проснется. Ну, сюрприз с утра пораньше. Андрей, а можно еще чаю? Спасибо большое. О, доброе утро, Мэль. Как спалось? О, доброе утро, сынок. Проходи. Ой, садись, завтрак готов. Что тут происходит? Вы что пришли? Девчонка. Ну раз можно так с гостями разговаривать? Мы сейчас встанем и уйдем. Мам, что происходит? Ты устроился на работу, а что здесь такого удивительного? Я решила с твоими коллегами познакомиться. Пейте чай, ребята. Он мне ничего не рассказывает. Чем занимается, где он пропадает. Бигджан, а почему ты не говоришь, что ты работаешь такой замечательной девушкой? Спасибо. Его бывшая девушка мне совсем не нравилась. Не хочу плохо говорить о человеке, но они совсем не были парой. Так, ребят, поели? Мам, не вмешивайся в мою работу больше. И друзей моих без предупреждения не зови, ладно? Балам, вот ты возмущаешься, а я, между прочим, тебе первый заказ нашла. У нас уже есть первый заказ, мам, так что спасибо, не надо. В смысле не надо? Вот с этого места поподробнее, Наради. Ребят, у меня есть подруга, она директор самой большой школы в городе. В прошлом году она прошла в городские депутаты, а в этом году ее уже выдвигает председатель. Это кто, Мериджи? Да, та самая. Так вот, мягко говоря, она одевается удобно, но не нарядно. И партийное руководство хотело бы, чтобы она в корне поменяла свой гардероб. Камилочка, мне кажется, здесь вы могли бы нам помочь. В пятницу ее надо одеть как президента. Сможем? Анарджи, я извиняюсь, но нам это неинтересно. Почему? Ну, потому что это копеечный заказ. А у нас бизнес большой. Тем более цех будет занят палатками. А я бы взялась. Ну а что? Я ведь этим раньше и занималась. А как же палатки? Ну, я все равно в этом ничего не смыслю. А так хотя бы помогу хорошему человеку. Очень хорошему. Спасибо, Камилочка. Запиши, пожалуйста, ее номер. Только если работу нужно представить уже к пятнице, времени совсем мало осталось. Поэтому мерки нужно будет снять сегодня. Ну ладно, тогда сними мерки, я потом возвращаюсь в цех. У меня для вас там как раз есть сюрприз. Сюрприз? Да, то, что сделает нас очень богатыми. Что это такое? Это легендарная машинка Киргизии. Никогда не видел, что ли? И ты ее привез с дачи, чтобы в цехе было чуть больше хлама, да? Да нет, там оно дело есть. Мне ее сегодня отдать надо. Просто не хотел ее домой везти. У нас уже есть одно дело, которое нам через 10 дней сдавать надо. Но одно другому не помеха.
Только прикинь, в этих машинках есть супердорогой металл. Палладий. Вот в этом старе палладий? Ну да, она же советская. А тогда все на совесть сделали. Ты только никому, Султан, с меня слово взял. Султан, ты серьезно? Слушай, он, конечно, твой приятель, но я бы с ним не ввязывался в какие-то аферы. Особенно с металлом. Мне с ним детей воспитывать. Заработаем по-быстрому, да и разбежимся. Ты бы лучше сконцентрировался на палатках. Все-таки наш первый заказ куда важнее всяких машинок. Я же знаю, тебя так и тянет во всякие быстродоходные авантюры. Как бы у тебя там... Не волнуйся, все схвачено. Алло, Сута? Да? Скоро буду. Капец. А ты куда собрался? Бек, прости, я на пару часов всего лишь. А как же наше первое общее дело? Слушай, у меня есть одна мировая женщина, она работала в цехе до этого, Майрамдже. Вот такая тетка. Я тебе сейчас скину номер, она тебе поможет. А? Камила, верно? Проходите. Нариджи вкратце рассказала, что от меня требуется. Надеюсь, я смогу вам помочь. Я не особо поддерживаю эту затею с так называемой сменой имиджа. Мне кажется, человека нужно оценивать не по внешнему виду, а по его работе. Я с вами согласна. Но, к сожалению, не все думают так же. А поработать есть над чем. Извините. Ничего страшного. Это ваше мнение. В общем, работа предстоит вот какая. Мне сказали, что я не солидно выгляжу для работы в городском совете. Рекомендовали не носить брюки, только юбки, только обувь на высоком каблуке. И уж ни в коем случае не мокасины или кеды. Из меня надо сделать классическую маму и учительницу. Не знаю, возможно ли это. Что-нибудь придумаем. Юбки так юбки. Сделаем образ более женственным. Извините. Да, мам. Доча, привет. Я как раз тут недалеко от банка. Может, пообедаем? Мам, я сейчас не на работе. А где ты? Ну как где? На выезде, в налоговой. Тут еще очередь такая. Часа два точно простою. А, ну тогда на ужин жду. Хорошо, увидимся. Извините, мама звонила. Я поняла. В налоговой, значит? Там такая нелепая ситуация. Я не люблю врать, но так получилось, что... В общем, боюсь расстроить маму своим признанием. Не мое дело, конечно, но будь я на месте вашей мамы, я бы не обрадовалась, узнав, что меня обманывает моя дочь. Поверьте, будет лучше, если вы расскажете маме правду. И я уверена, мама вас поддержит в любом случае. Возможно, вы правы. Приступим. Забивает самый красивый гол турнира. А где Даниар?
Данияр по делам уехал. А что вы хотели? Ну, нам сказали подойти в цех и выполнить работу. Вы мэр МЭДЖИ? Угу. А, меня зовут Бигджан, это я вам звонил. У нас тут заказ из МЧС поступил, нам надо шить палатки. А Данияр сказал, что вы можете помочь. Ну, показывай, что там у вас. Пойдем. Бигджан, смотри. Ваше оборудование не подходит для брезента. Как не подходит? Брезент, видишь, какой толстый. Тут даже иголка не возьмет. А ничего сделать нельзя? Извини, мы только испортим ткань и сломаем машинки. Блин, что же делать? Подождите немного. Видишь? Что я там должен увидеть? Вон тот проводок, видишь? Ну? Это палладий. Машинку, кстати, нашел или старую притащил? Нашел. Молодец. Ценю работоспособных людей. За что? Почему так много? Дэн, стал бы я просто так скупать какое-то старье. Двигаться нужно по-взрослому. Палладий – серьезная тема. Слушай, раз такая тема, давай я еще найду. Я же весь город на уши поставлю. Не надо никого ставить на уши. И вообще, кроме тебя, никто не должен знать. Или ты кому-то рассказал? Нет, никому не рассказывал. Не люблю брать в дело, кого попало. Но я вижу, ты парень толковый. Короче, слушай. Каждая из этих машинок стоит $2000. Я хочу расширять этот бизнес, и мне нужен партнер. Прибыль пополам. Интересует такое предложение? Шутишь? Конечно, интересует. Тогда давай договоримся. Всю техническую работу на себя берешь ты. Нанимать грузчиков, привозить товар, хранить его на складе. Все это на тебя. Моя главная задача – это сбыть товар, потому что скупщика знаю только я. Такой расклад тебя устраивает? Устраивает. Машинки будем скупать каждый день. Нам нужны начальные инвестиции. Деньги есть в оборот? Ну, для такого дела найдем. Тогда партнеры. По рукам. Данияр не берет телефон. А уверен, что ничего нельзя сделать? Бигджан, вы, видимо, меня плохо знаете. Я от работы не бегаю. Я Данияру сколько говорила? Заменить машинки, купить другие модели. Ну, блин, что же делать без машинок? Вы ведь все равно получите деньги за смену. Вы же можете сделать раскройку? Эх, Бигджан, хороший ты парень. Но у вас даже нет станка для раскройки. Что делать? Ладно, вручную сделаем. Так уж и быть. Поможем. Спасибо. Черт. Что случилось? Да тут пишут, что в старых советских машинках драгоценный металл. И что? Они знают скупщика? Да. Серьезный бизнес требует хладнокровия. Не суетись. Ну да, ты прав. Так здесь это твой слесарь? Да. Говорят, у него очень много старого хлама. Нашли?
А что их искать? Они вон как стояли, так и стоят. 8 штук, я тебе говорил. Ты мне только скажи, а вы что, меня развести пытаетесь? В смысле? Ну, ты говорил, они 2 штуки сомов стоят, а они-то 2 штуки баксов стоят. Я не знаю, где они так стоят. Я скупаю по 2000 сомов. Продаете? Не-а. По штуке баксов за каждую. Это не серьезно. Мы же с вами договаривались о конкретной цене. Дэн, поехали. Слушай, суд, подожди, а в чем проблема? Ну, заработаем мы с каждой машинки меньше, но деньги-то нормальные. Дэн, мы же не шабашники. Мы здесь большой бизнес делаем. Я думал, ты по-серьезному хочешь двигаться. Ну да, ну косарь баксов тоже нормально. Дэн, я реально считаю, что покупать у него не стоит. Слушай, я понимаю, мы с тобой партнеры, но ты не будешь против, если сам выкуплю? Ну, за свои деньги. Я тебе свое мнение сказал. Может, все-таки 800? Либо штука, либо я пошел. Ну, давай штуку. Меня в пятницу представят городскому совету. Успеем все сшить? Камила. А? Извините, я не особо люблю разговаривать во время мерки. Боюсь биться. Извините, мне нужно ответить. Алло. Мира Джапаровна? Да, с кем я говорю? Здравствуйте, вас беспокоит Алина Иманалиева из газеты «Манифест». Прокомментируйте, пожалуйста, решение выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя городского совета. Предложение возглавить городской совет было для меня неожиданным. Но, откровенно говоря, мне было лестно, что партия поддержит мою кандидатуру. А это означает, что большинство в городском совете проголосует за меня. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что ваш сын – азартный игрок. Говорят, он проигрывает крупные суммы денег и посещает подпольные казино. Ваши оппоненты говорят, если вы не в состоянии навести порядок в семье, то сможете ли навести порядок в городе? Мира Джапаровна. У вас есть вопросы относительно меня, моей работы и городского совета? А вы не ответили на мой вопрос. Спасибо вам за звонок. До свидания. Меня, конечно, предупреждали, что политика – это грязное дело. Но я думала, что будут откапывать грязь на меня, а начали с нападок на моего сына. Макеева оказалась в центре скандала. Вчера в СМИ появилась информация о том, что сын-подросток депутата имеет пристрастие к азартным играм и даже имеет несколько приводов в милицию. С каких пор тебя интересуют новости? Ну, надо же расширять кругозор. А то я с этими цифрами в банке совсем с ума сойду. Закончили? Да. Примешь работу? Давайте. Хорошо. Вы точно уверены, что на этих машинках ничего не получится сделать? Может, надо как-то машинки укрепить или иглы поменять? Игдян, я ценю чужое время, тем более свое. И ценю чужое имущество. Это надо делать на других машинках. Извините. Угу. Да, Дэн. Ну так, неоднозначно. Ты знал, что наши машинки не подходят для брезента? Дэн, ты бы поменьше по своим делам лазил, тогда был бы в курсе.
Да нет, они приедут не раньше, чем через неделю. Только деньги и время потеряем. Хотя... Сейчас у меня идея есть, я тебе перезвоню. Иди, а вы знаете цех, где нам смогут шить наши палатки? Другой цех? Да. Даже если мы заработаем копейки, может, хоть успеем заказом. Мам! Мам! Что случилось? Там у меня в комнате на стульчике костюм висит. Подай, пожалуйста. Угу. Сейчас. Вот этот? Да. Хороший пиджак. А для кого шила? Для мамы одной знакомой. Пошла. Хорошо. Даже не знаю. Почему? Вам не нравится? Сидит очень хорошо. Да дело не в этом. Это же совсем не мое. И как в такой одежде активно работать? Но ты свою работу проделала отлично. И быстро. У тебя большой потенциал. Только боюсь, что мне этот костюм больше и не понадобится. Почему? Мое партийное руководство недовольно скандалом вокруг моего сына. Говорят, меня брали из-за рейтингов, а теперь они падают. Подозреваю, что они попросят меня отказаться от выдвижения. Но это же несправедливо. При чем тут ваша работа и ваш сын? Камила, вы ищете справедливости там, где ее нет. Но за меня не переживайте. Я свою работу знаю. И уж тем более смогу защититься от желтой прессы. Бигджан? Данияр? Отличная команда. Всегда вместе, всегда на месте. О, Камил, привет, а ты что здесь? Пришла посмотреть, как ваши дела, а в цехе никого. Так никого и не было, только я один. Еще и в другой цех пришлось ездить, чтобы вшить палатки. Потому что наши машинки, оказывается, не подходят для брезента. Бег, прости, пожалуйста, мы тебя совсем одного оставили с этими палатками. Я еще впустую время потратила. Тебе помочь? Да не, нормально. Да, я слышал от мамы, что у Мириджи проблемы. Жаль, что все накинулись на нее из-за сына. Он нормальный паренек. Ну, увлекся игровыми автоматами, оступился, переходный возраст. С кем не бывает. Сейчас-то у него все хорошо, голова на плечах есть. Ну, она хотя бы была рада твоей работе. Даже не знаю. Костюм я не оставила. Хотя она сказала, что мне не понадобится. Столько времени впустую. Камил, ты же всего лишь ее дизайнер, не политтехнолог. То, что она не выдвигается, это один вопрос. Но тут я свою работу сделала, она же должна ее принять. Ну, принять-то она ее приняла. А костюмы все равно останутся висеть на вешалке. Ничего уж с этим не поделаешь. Кстати, что это за машинки здесь? И почему их становится все больше? Дэн их сюда вечно тащит. Какая-то сомнительная шабашка там у него. Ясно. Ладно, мне надо последнюю партию отвезти. Тебя подбросить? Угу. Ну, бери тогда один. А шучу я. Садись в машину.
Данчик, это же стопроцентная афера. Бек, доверься мне. Это реальная возможность заработать. Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром. Ну и где твой султан? Да я что-то со вчера дозвониться до него не могу. Тебе не кажется это странным? Слушай, подожди, а что там с нашими палатками? Мы все успеваем? С нашими палатками все хорошо. Мы все успели. Нифига себе. Что такое? А ты его найти не можешь. Вот урод! Салам, султан. Я тебе тут звоню весь день, а ты тут кофе попиваешь, да? С другом. Салам, Дэн. Ну и где мои деньги? Поделили уже между собой? Кому сколько? О чем ты говоришь? Как это о чем? Ты же кинул меня! Как это я тебя кинул? Да вы же вдвоем сообщники. Я вам все свои деньги отдал. Аферисты. Аферисты? Дэн, с выражениями поаккуратнее. За слова отвечать надо. Никто тебя не заставлял ничего покупать. А кто мне разрешал про палладий? Драгоценный металл, двигаться по-крупному, а? Я тебе говорил то, что машинки слишком дорогие. Говорил. Я тебе говорил то, что покупать не стоит. Говорил. Ты сам принял решение. Ты купил машинки отдельно от нашего договора. Так? Ко мне какие претензии? Чё, прикалываешься, да? Сейчас узнаешь, какие претензии к тебе. Дэн, зови хоть кого. Я любому обосную, кто здесь прав, а кому просто не повезло с покупкой. Понял? Дэн, не надо, Дэн. Пошли. В последнее время мое имя часто появляется в средствах массовой информации. К сожалению, это никак не связано с моей работой. Да, признаю, я допустила ошибки в воспитании своего ребенка. Не знаю, нужно ли оправдываться, но моя заслуга в том, что я 20 лет работала на то, чтобы воспитать и выпустить тысячи других детей, которые стали достойными гражданами нашей страны. Я хочу сказать прямо. Если мои оппоненты считают, что смогут запугать или остановить меня компрометирующей информацией, они ошибаются. Я не боюсь правды, какой бы неудобной она ни была. Всем спасибо. Пресс-конференция окончена. Смелая женщина. Не каждая осмелится так выступить. Действительно, тем, кто привык всегда говорить правду, ничего не страшно. Мам. Можно я тебе признаюсь? Только ты не ругайся, ладно? Что случилось? Я уже недели две как не работаю в банке. Мы с ребятами сейчас работаем в швейном цехе. А всю последнюю неделю я работала с этой женщиной, с Мирой Джапаровной. Я помогала ей снарядами. Извини, мам. Ясно. Ты не удивлена? Через 2 дня, как ты уволилась из банка, позвонили, попросили забрать твою трудовую книжку. Ну что, я хорошая актриса? Я знала, что этот день наступит. Ведь ты же на работу как на каторгу шла. Камила, я желаю, чтобы ты была счастлива. Спасибо, мам. Значит, папа тоже знает? Папе придется сказать тебе самой. Может, пока не надо? Не надо его обманывать. Он и так всегда на твоей стороне. Иди. Пап, папуля! Здравствуйте.
Так, ну вот, как я обещал, 500 палаток. Готово. Можете забирать. Молодец, братишка. Я думал, только на словах, мастер. Ну, Болот Карабекович, эти палатки мы принять не можем. В чем дело? Нормальные палатки. Для пикника в горах, да. Но для МЧС они не подойдут? Мы по инструкции все шили. А вы термальную обработку делали? А химическую? Вы знаете, что в наших частях бойцы работают в 40-градусный мороз? В этих палатках они и 10 не выдержат. Шеф, в министерстве такое не примут. Еще и в растрате госсредств обвинят. Я же предупреждал, чтобы без косяков было. Кто мне сейчас переделать будет? А вы что, про термальную обработку ничего не читали, что ли? Чувствовал я, что такому обалдую. Нельзя дела поручать. Гони предоплату обратно. Дизи, да ладно? Мы же работали. Слушай, балбес, скажи спасибо, что я тебе неустойку не содрал. Мне еще в министерстве объясняться, почему по срокам задержка вышла. Хорошо, я на днях со счета сниму и привезу. Если б не твоя сестра, я б тебе давно под суд отдал бы. Щенок. Какой счет? Какой банк? Ты же всегда держишь деньги наличкой. Дым, только не говори, что ты деньги от предоплаты потратил на машинки. Но это к лучшему. А прикинь бы, если я их продал. За сбыт палладия, оказывается, срок дают. Дэн, так там же нет палладия. Ну это же к лучшему. Да все нормально, братан, раскидаем. Вон, у Камилы же все нормально. О нет, моя маленькая победа не спасет от твоего грандиозного провала. Да, Мирь Джапаровна? Я рада. Видела ваше выступление. Это было сильно и эмоционально. А костюм вы все-таки решили не надевать? Друг, да перестань. Как говорят евреи, хорошо, что Бог забрал деньгами. Все живы и здоровы. Ребят, звонила Мирь Джапаровна. Она хочет, чтобы мы шили школьную форму для ее школы. Ну вот! Оказывается, Министерство образования утвердило для всех единую форму. Но в гимназии Мирь Джапаровны сбунтовались ученики. Хотят, чтобы их форма была особенной. Но вместе с тем, чтобы она подходила под стандарт Минобраза. Суть в том, что у них конкурс. Мы должны разработать и шить новую форму. У нее же самая большая школа в городе. 3000 учеников. А ты чего так обрадовался? Так это же отличный заказ для бизнеса. Все будет замечательно. Ребят, давайте договоримся. Это общее дело, теперь работаем вместе, как команда. Бер, я думаю, мы все усвоили урок. Не просто команда, а компания. Я даже название для нашей компании придумал. Камень, ножницы, бумага. Что за камень, ножницы, бумага? Ну помните, мы первое решение принимали? Мы же чекались, камень, ножницы, бумага. Так мы же решали, кто будет подметать цех. Так, короче, вы пока свое название не придумайте, мы будем называться камень, ножницы, бумага. А? Уже и забыл, что целый заказ провалил и нас в долги вогнал. Ладно, может действительно все будет замечательно. Я домой. Это был тяжелый день. Пока.